Всем приветик, дорогие друзья, с вами Катринка, и сегодня я покажу вам вместе с вами, подробно рассмотрим, что мне пришло. Пришло мне вот такое предложение, уже осеннее, от Yves Rocher, новое, интересное. Здесь будут новиночки представлены и интересное предложение. Что же здесь? Смотрите видео, кому что нужно, на каком моменте останавливайте, ставьте на паузу, чтобы рассмотреть нужные коды. Итак, распечатала я вот такой конверт предложения. Что же здесь мы видим? Мы видим, первое, это рекламное такое предложение, которое заинтересовало меня, да, своим вот интересным дизайном. Ваш подарок идеальный для путешествий. И в Роше, мне так кажется, очень плотно сотрудничает с AliExpress, потому что уже вот такие всякие китайские штучки дает в подарке. Значит, здесь идет подарок — портативное зарядное устройство, которое заряжается от USB, кабель USB, легкий и компактный. Он идет в подарок от 299 гривен. В принципе, интересный такой дизайн. Вот его мощность. Мне кажется, что он очень даже неплохой. В принципе, если кому нужен, то можете и заказать. Вот такой вот в комплект входит кабель USB и само зарядное устройство. Конечно, не знаю, как по качеству оно, но в принципе действительно в путешествиях хорошая вещь. У кого нет, можно брать, мне кажется. Вот, интересное предложение. Дальше, что у нас здесь? Вот мой бланк заказа. Бланк заказа вот так выглядит. Номер, да, у меня указан. Всегда будет в названии и в описании видео. Значит, данный бланк действителен до 30.11.2020 года. Вот, вы можете заказать в интернете, по почте и по этим телефонам. Так, вот этот наш USB. Значит, что мне здесь предлагают? Именно для меня предлагают Seba Pure Vegetal за 191 гривну. Дальше здесь можно галочкой отметить новинки. 20 новинок, я их покажу позже. И наклеечки. Дальше здесь мы указываем там тарифы, спеццены. И второй подарок у нас идет — тушь. Вот я уже расстроена данным предложением. Очень расстроена. Можно было бы и заказать, но данная тушь, просто у меня такая тушь есть, она просто ужасна. Я хочу всем заявить, чтобы ее никто не покупал. Не знаю, она абсолютно не красит. То есть все туши, которые у меня были от Faberlic, от любых других, намного дешевле марок, они намного лучше красят. Они сильно красят. А эта, то ли она у меня засохшая какая-то приехала, она абсолютно не красит вообще. Ей невозможно накраситься. Дальше, заказ 55 гривен, если 499 гривен, если вы делаете больше, то тогда будет бесплатно, бесплатная доставочка. С другой стороны, у нас опять показан данный бланк и вот такая вот большая рекламка данной туши, которую я уже рассказала. Эта тушь, можно ее взять, если на 579 гривен вы закажете, тогда она будет в подарок. Ну, я расстроена, потому что здесь нельзя ее поменять, значит, только эта тушь. Вот такой теперь очень компактный, классный такой мини-каталог Yves Rocher сделал. Очень удобно, мне кажется, показывать на маленьких страничках теперь. Итак, приступим. Первая страничка — это у нас новинка Mon Rouge. Здесь у нас идет новинка, аромат, с чего состоит? Пачули, нероли, ирис, чернослив и черная смородина. Тут даже можно его запах почувствовать, да? Сейчас, одну секунду. Очень интересный аромат. Интересно, я думала, он будет другой. Вот все-таки, когда представляешь себе, видишь баночку, бутылочку, читаешь описание, он такой красный. Я представляла себе его немножко другим. В принципе, интересный такой сладкий. Он такой довольно нелегкий аромат, довольно мощный, сладкий. Вы знаете, мне понравился. Классный аромат, мне уже понравился. Хотя, конечно, здесь на бумаге оно будет искажать. В любом случае, нужно, наверное, или в бутике попробовать протестировать, или уже заказывать. Значит, давайте не будем долго останавливаться.
Парфюмированная вода в подарок у нас идет по клеточке 01 за 999 гривен. Мы можем взять вот такой дуэт. Здесь две водички, 50 мл и 10 в подарок. Возьму ручку показывать. Дальше парфюмированная вода номер 2, 30 мл за 699 гривен. И гель для душа парфюмированный этой же линейки 229 гривен. Здесь у нас идут клеточки 03 и это 02. Дальше, следующая страничка вот так выглядит. Это у нас уход за волосами. Что это у нас такое? Это у нас новинка, 100% масло жожоба и полисахарид агавы, 98% натурального происхождения, номер 4. Это вот новинка, значит, 199 гривен, эко-тюбик 150 мл. Это такая маска, как я поняла, да, которая имеет много целевое применение. Очень интересно. Интересная вот эта вот новиночка. Так, клеточка 04, я уже сказала, да? Дальше, клеточка номер 5. Это шампунь эко-блеск для волос, 109 гривен. Далее, клеточка 6, маска-бальзам 2 в 1 и остановление. Это маленькие, по 35 мл, 65 гривен. И вот такая вот клеточка номер 7, тоже 35 мл. Дальше, клетка номер 8, вот такой вот набор мини-ароматов, 450 гривен. Номер 8 клетка. Очень подорожали наборы мини-ароматов. Я помню, они были по 249 гривен. Еще. Далее. Вот такая вот страничка. Новинки осени для вашей красоты. Клеточка 10. Бальзам для чувствительной кожи. 299 гривен. Дальше. Это у нас мицеллярная вода для чувствительной кожи. Клеточка 9. 219. Клеточка 11. Крем от покраснений 299 гривен. Клеточка 12, 349 гривен. Крем-корректор. Далее поехали. Бальзамчики для губ. Клеточка 14, 15 по 75 гривен. Гель-антисептик. Клеточка 16, 79 гривен. 100 мл. Маленькая бутылка. Спирта 71%. Что это у нас такое здесь? Подарок-сюрприз. Хотите, если купить подарок-сюрприз, это будет клеточка 13, счастливое число. За 99 гривен вы можете вот так сыграть такую лотерею, можно так сказать, сыгрыша. Дальше, мультимаскинг. Клеточка 18, маска с календулой, 30 мл. Клеточка 17, гамаш с ромашкой римской био. По 99 гривен каждая. Вот такие тоже новиночки интересные. С ингредиентами 100% растительного происхождения. Вот так. Так, поехали дальше. Здесь у нас Serum Vegetal, всем известная линейка. Здесь у нас идет дуэты со скидкой минус 50. То есть все цены здесь идут за два продукта. Первое, ночной крем, наклейка 108. 2 за 755. Дальше дневной крем. 2 за 755. Наклейка 105. 2 сыворотки. Наклейка 107 за 819 гривен. Дневной ночной крем. 2 баночки 855. Наклеечка 103. Следующее. Детокс и восстановление. Эликсир Джонес. 2 сыворотки вот таких по 30 мл. 819 гривен. Наклейка 102. Дальше. Лифтинг и революция. Новиночки. Две вот такие банки крема. Наклейка 111. 819 гривен. И вот здесь также проведу вас по наклейкам, чтобы вы посмотрели, где какое предложение под каким номером. Так, поехали дальше. Здесь у нас продолжаются дуэты со скидкой минус 50. Итак, здесь два кремика для контура глаз по 15 мл, 689 гривен, наклейка 114. Это Anti-Age Global. Вот они. И также есть два кремика дневных Anti-Age Global минус 50, 819 гривен, наклейка 113.
Поехали на другую страничку. Здесь у нас Риш-крем. Риш-крем — это у нас наклейка 115. Две баночки по минус 50, 735. Вот такие вот две баночки Риш-крем по 75 миллилитров больших. Две баночки Риш-крем по 735, 117, так, дальше 118 клеточка Риш-крем для контура глаз. Здесь у нас хайлайтер 119, две штучки 785, и два масла 120. Клеточка 879 гривен. Вот здесь хайлайтеры в более крупном варианте. 119 наклейка. Так, думаю, что все увидели. Кому что непонятно, я говорю, останавливайте, ставьте на паузу и увеличивайте. Далее линейка Гидро Вегетал увлажнение. Два геля для умывания 289 гривен. Экотюбик, наклейка 124. Два крема Гидро Вегетал 499 гривен, наклейка 126. И вот такие предложения. Я уже не буду их озвучивать, уже посмотрите сами, здесь все видно. Перейдем к линейке Себа Вегетал зелененькой. Дальше два кремика Себа Вегетал 499 гривен, наклейка 130. Далее, две мицеллярки, наклейка 131, 289 гривен. Далее, две маски с углем для проблемной кожи, это Себа Пьюр Вегетал серия, два тюбика по 75, 435 гривен, 133 наклейка. И поехали, бальзамчики для губ есть по 99 гривен. Дальше, две сыворотки, 699 гривен, 138 наклейка. Две пены для бритья мужских, 249 гривен, 137 наклейка. Кремы для мужчин, для лица, бальзамы после бритья. Два крема СОС, гель от прыщей Pur Vegetal, это маленькие, которые на прыщики наносятся. 425 гривен за две штучки, 134 наклейка. Маски уже были, я вам говорила. Мицеллярки были. Вот гель гамаш еще для проблемной кожи. Две штучки, 132 наклейка, 289 гривен. Два геля для умывания, таких 289 гривен. И два кремика уже были. Вот такие предложения. Поехали далее. Далее у нас для снятия макияжа с чувствительных глаз. Наклейка 141 за две штучки, 219 гривен. Pur Bleu. Дальше вот такие два средства Pur Bleu, экспресс средства, два флакончика 239 гривен, наклейка 142. Вот эти два предложения, запоминайте. Так, далее. Нежность ромашки. Два геля для умывания с ромашкой 185 гривен, наклейка 143. Два крема календула, наклейка 146, 239 гривен. Два крема для тела с ромашкой вот таких, 259 гривен, наклейка 144. Вот также такие наклеечки. Поехали дальше. Так, здесь у нас безалюминиевые дезодоранты. У меня, кстати, такой был. Классно, что он без алюминия, но, к сожалению, слабо очень защищает. Хотя очень приятный аромат. Я когда-то им довольно долго, кстати, пользовалась. Зеленый чай Китая. Две штучки 178 гривен. Наклейка 147. Два геля бразильский кофе по 200 миллилитров. 170 гривен. Наклейка 152. Два геля Маной с маслом Маной. 178 гривен. Наклейка 151. Вот такие еще есть другие дезодоранты. Но будьте внимательны, то есть вот эти все дезодоранты уже идут с алюминием. У них без алюминия только вот этот зеленый чай. Два геля для душа для чувствительной кожи 418, наклейка 149.
Low Shower, вот этот вот гель для душа, крем-гель 150, наклейка 358. Это я сказала. Есть также два кокосовых ореха за 170 гривен, 153. И два малина-мята геля. Молочко. Два тюбика 345, 155. И два гаммажа для тела. Переходим в уход для ножек. Здесь у нас гель для ног. Две штучки 185 гривен, наклейка 157. А также кремчика 2 для ног, наклейка 158, 215 гривен. С наклейками, конечно, удобнее, не нужно запоминать коды товаров длинные, правда? Просто записать номер наклейки и все. Два крема для рук, 109 гривен, наклейка 160 с арникой. Вот данное предложение. Приступим к ароматам. Мужской аромат минус 50% дуэт Буи де Саж за 2125 гривен, 165 наклеечка. И вот такие предложения у нас идут. Смотрите, вот Hogar 2, Come in Evident 2, Буи де Саж, Ветивер. И здесь у нас гели для душа. Два роза, 169, и 172 геля зеленый чай. По 145 гривен. Дальше дуэт из двух ароматов Натюрель. По 75 миллилитров 1235, наклейка 178. И два Evidence 1149, наклейка 171. Другие ароматы также есть. Соу Эликсир. Две розы, два зеленых чая, Натюрель, Tropical Temptation, Moon Evidence, две штучки, Oui à l'amour, Quelques Notes d'amour, Comme in Evidence. Так, я думаю, что вы все увидели, показываю довольно подробно. Далее у нас тут идут тон для лица BB крем, который есть у меня, очень неплохой, 455 гривен за 2, наклейка 182. Две тональные основы с SPF 30, розовый 200, 469 гривен, наклейка 183. Хорошее предложение, кстати. Дальше две туши, да, для глаз, 459 гривен, наклейка 185. Черный цвет. Вот такие вот наклеечки. И далее мы переходим. Следующая страница у нас шампуни. Два шампуня легкости очищения 199 гривен, 191 наклеечка. Два уксуса 198 наклейка, 239 гривен. Шампунь питание и восстановление. Две штучки 199 гривен, наклейка 193. Вот они. Два интенсивных курса противовыпадения волос. Тут ампулы по 15 мл, 4 штучки в одной коробке. 799 гривен, наклейка 197. Шампунь для укрепления. Два шампуня 199 гривен, наклейка 196. И проходимся здесь по вот таким вот квадратикам. Номер клеточки запоминайте, записывайте, что вам нужно. Следующая страница. Здесь такие мелкие идут таблицы, поэтому я буду просто вести, чтобы вам было видно. Здесь идет у нас тариф минус 30. Минус 30 последняя колонка фиолетовым цветом. Что вам нужно, я все зачитывать не буду, вы останавливаете, записывайте, потому что здесь уже идут код товара, первая колонка вам нужна, и цена минус 30, последняя колонка. Так что запоминайте, записывайте, останавливайте, делайте скрины. И две масочки здесь по 118 гривен. Следующая табличка, уход за лицом. Сначала я покажу детокс и восстановление, тарифы минус 30. Далее Риш крем.
Надеюсь, что вам хорошо видно. Далее это идут гели для душа 200 мл, 400 мл, крем для рук, молочко для тела, парфюмированные спреи по 229 гривен. И здесь у нас крупным планом бальзамчик для губ ваниль 69-30, крем для рук бурбонская ваниль по спецценам, коды указаны. Мыло манго кориандр по спеццене 95 гривен, код указан. Декоративка, но прежде у нас еще идут дезодоранты по 89 гривен. Антицеллюлитный уход. Маска для волос Экотюбик 200 мл 249 гривен по спеццене. Парфюмерия для женщин. Уход за волосами. Парфюмерия для мужчин. Макияж и маникюр. Тональная основа Флюи 435 гривен. Вот такие коды. Записывайте, останавливайте. Рассыпчатая пудра. Я такой пользуюсь. Хорошая у меня есть. Также у меня вот такая есть пудра. Ноль недостатков. Также у меня вот такая матовая основа. Что у меня еще? Карандаш для бровей вот такой. Этим всем я довольна. Я недовольна только тушью вот этой вот розовая. Абсолютно не стоит ни своих денег, ничего. Также матовая помада у меня есть Grand Rouge. Неплохая, но в принципе не могу сказать, что вау. И лак для ногтей по 99 гривен. Надеюсь, что вам было все видно. Все. Ура! Последняя страничка у нас. Вот такая коллекция гелей для душа. Магнолия белый чай 75 гривен. Гранат розовый перец. Манго кориандр. Органия роза по 75 гривен. Вот такие вот гели. Или можно взять набором. Вот такой набор 198 гривен за набор. Но здесь идет малина, мята, манго кориандр и бразильский кофе. Все, друзья, я вам все рассказала, показала. Заказывайте, пишите номер предложения, записывайте коды, клеточки, которые вас заинтересовали. Пишите комментарии, подписывайтесь также на мой канал. И жду в следующих видеообзорах. Пока-пока!